Как ты думаешь, осталось еще что-то, чего мы не знаем друг о друге? Тайны, которые мы еще не открыли. Согласно теории струн, в параллельных мирах из-за искажения пространства-времени у каждого из нас есть десяток двойников. Даже если бы все твои клоны были женаты, их свободного времени хватило бы, чтобы мы не расставались никогда. Конечно. Это вы разыскиваете профессора Феррума? Да. Эд Феррум недавно ушел из жизни. Я его не нахожу. Вы на других кладбищах проверяли? Проверяла, там тоже ничего нет. Мне тебя так не хватает. Простите, пару дней назад на ваше имя пришел конверт. Мы собирались переслать вам домой, но раз уж вы здесь... Я насчет посылок, которые вы доставляли на мой адрес. У нас запрос на их возврат отправителю. От кого? От Теда Феррума. Незадолго до смерти он оставил для вас письмо. Да. Что за игру вы ведете? Поймите, Эд мертв. Ты хочешь исчезнуть из жизни. Но вместо этого исчезают другие. Почему ты не оставил мне ни единого шанса все исправить? Прекратите его искать. План Эда был безумен. Ты не можешь бросить меня в этом лабиринте без выхода. Он хотел стать бессмертным для вас. Где бы я ни был, я люблю тебя. Вечно.